Буксир «Параллель», который осенью прибило штормом к пляжу «Дельфин», пока останется на месте. Проблема в том, что судно – вещественное доказательство по делу о контрабанде. Убрать его с пляжа сейчас может владелец. Еще в декабре буксир передали ей на ответственное хранение. Но женщина отказывается принимать меры и не реагирует на уведомления. Арестованный толкач без разрешения следователя транспортировать не могут. В данном случае есть ограничения, установленные Криминально-процессуальным кодексом. Судно арестовано, поэтому обычные нормы КТМ не работают. Работает специальная инструкция про порядок вылучения, облику, сберегания и передачи речевых доказов в криминальных справах, ценности иншого майна, органам дознания, досудового следствия и так далее. Там есть определенный порядок. В военной прокуратуре отмечают, в эту пятницу попробуют ускорить процесс. Судьбу буксира хотят решить на собрании. Приглашены следователи СБУ, пограничники, представители города и администрации морских портов Украины. На цій нараді буде терміново вирішено питання щодо вжиття заходів до переміщення даного речового доказу до іншого місця зберігання, для того, щоб уникнути будь-яких спроб зриву курортного сезону в місті Одеса, зокрема на пляжі «Дельфін». Слідчими вживаються відповідні заходи для забезпечення явки даного власника безпосередньо до слідчих підрозділів і отримання дозволу для того, щоб перемістити на будь-яке зручне для власника місце для зберігання, щоб уникнути будь-яких спекулювань з цього питання взагалі. Сегодня впервые к буксиру прибыла депутатская комиссия. На выездном заседании выяснилось, что технические возможности перевести буксир есть и у администрации морских портов, и у военно-морского флота. Ожидают только решения следствия. Также, по данным госинспекции Крымско-Черноморского округа, владелец за экологический ущерб уже должна около 30 тысяч гривен. Экологи утверждают, убрать буксир нужно в самое ближайшее время. Уровень нефтепродуктов в воде превышает норму. Первый день, когда мы получили информацию о превышении, ПДК по нефтепродуктам превышало в 9 раз. На сегодняшний день, в принципе, последствия не очень большие, потому что концентрация, в принципе, не превышает намного установленных фоновых показателей. Напомню, буксир «Параллель», который тянул рекордную партию контрабандных сигарет, уже 3 месяца как сел на мель на пляже «Дельфин». Туда его прибило после сообщения экипажа о технической неисправности во время шторма на море.